Так, ребятушки, всем привет. Сегодня Безумный Макс и Серьезный Сэм. С вами хорошая сессия. Вроде мало людей. Вроде нет гопников, нету всяких мажоров в чате. Поэтому будем попробуем сейчас немножечко наполнить наши склады всякой херней и пожить виртуальную жизнь, как будто это наша реальная жизнь. Потому что в реальной жизни нихера не получается. Что я сегодня буду делать? Даю слово Безумному Максу. Понятно, я сказал, что у нас в жизни ничего не получается. У всех разные стереотипы о том, какие должны быть жизни. Где мой миллиард долларов? Нет пока, значит, сегодня что-нибудь получается. Давай, что будем делать? Давай твой склад заполним, у меня там все это вроде бы нормально. Давай, тогда создаю сейчас свою организацию. Я тебе пригласил агентство создать организацию. Надо создать флотхаус. Заказать набор кандидатов. Давай. Пригласил. Принимай. Отказываюсь. Все. А, ребятушки, всем пока, удачи. Так, все, сейчас я делаю вице-президентом. Все, готово. Ну что, давай, так сказать, что там, мне надо идти сюда или туда, или куда? Сюда. Нет. Где ты купил этот твой склад? Где твой склад находится? Если я знаю, 100 лет не играл. Так, надо давай, туда я съездить. Я за компьютер сяду, попробую. Не-не, нам туда, надо на склад тебе съездить. А, ладно. Значит, берем. Я мотоцикл свой взял. Я не знаю, куда их, где твой склад. Человек, давай. Постреляем с ним. Где? Вон справа. Не видишь его? Если бы я мог до тебя доехать быстро, блядь. Если бы у меня колесо было на месте. А! Я все-таки попал? Я думаю, я не попал. Ага. Вижу его, да. Садись ко мне. Ты посмотри, посмотри, что у меня творится. Посмотри, посмотри. Как будто на велосипеде, кажется. Вообще просто, блин. Поехали. Так, все, нужно готовиться. О, тоже на мотоцикле. Ты бросил, да? Ты жопу его взял. Не в жопу, а в спину, блин. Выглядело как будто в жопу. Кто куда смотрит? Так, вон там, назад бежать. А, что, дальше делать? У нас просто вообще рандомное, блин, гоп-стоп нахрен. Я не думаю, что это хорошо, но перед, не перед тем обрадоваться не собираюсь. Карма, карма. К тебе приеду. Все, это война, которая была. Не важно, кто ее начал, важно, кто ее закончит. Да. Победители рассказывают правду. Победители пишут историю. Да. Все это попахивают, это попахивает. Специальную операцию. Специальная операция GTA. Зря ты это сказал, зря ты это сказал. Воу! Неплохо, он меня убил. Эээ. Убил тебя? Да.
есть надо было стрелять, а не просто подъезжать. Я стрелял? Ага, он тут рядом. Ко мне иду. Убил. Молодец. Какой левел он вообще? Я не думаю, что я молодец. 57-го. Давай, наш левел. Такой же лох, как мы. Только он ни в чем не виноват. Он ни в чем не виноват. Мы тоже не. Плавай там. А? Че, плавай там? Да, походу. Он просто плавал? Нахрена? А, вот я вижу. Уплывай даже. Убил его? Очень плавал. Теперь он только всплыл. Как говно. Мы занимаемся плохими вещами, понимаешь, да? Э? Где он? Только что увидел точку. Он с другой стороны, с другой стороны. А-а-а, всё. Слушай, а снайпер когда туда доходит? Да-да-да. Он уходит. Лови момент. Да, прям. Не, снайпер, туман, не вижу его. Не, там, по идее, должно быть имя появиться надо. Не-а. Не доходит. Да. Хотя вот он идет прям к пирсу туда. Я не вижу. Ну, по карте, если смотреть. Видишь его? Да, он тут стреляет. Бля. Поехали на ту сторону. Он попал. Поехали на ту сторону. Тысяч. Быстрее, гони. Много мор. Так, слева быстрый маршрут или справа? Слева. Точно? Да. Быстрее всего лодка. Вон лодка стоит. Слева лодка. Лодка слева, вон она. Ах ты, он попал в меня. Я его даже не вижу. А, вон он где. Стреляй, пока я тут это. Да он попал. Садись ко мне. Подплыви назад. Главное, не касайся винта. Я пытаюсь доджить. Давай, с этой стороны обходим. Угу. Тактично. Оу! Он себя подорвал. Э? Угу. Тактичные самоубийства. Паузу нажал? Тактические. А, он ушел. Он паузу нажал? Он ушел в этот пассив. Блядь. Берем лодку, заказываю мотоцикл. Не, посмотри, что он здесь. Он в пассив ушел. Нахуя? Не хочет? Битился? Ну просто не в настроении, видимо, постреляться. Да, давай, забирай меня. Поехали. Прикольно, секунду. Так сказать, мы вежливые люди. Ты написал? Fuck you. Fuck you. Pussy. Нет,
Нет, нет, чувак, нет. Он вообще ухал? Молодец. Я тебе вообще-то достал этого. Вот смотри, что она делает, смотри. Бери ее, бери. Я сказал, ее бери, а не мотоцикл. Воу, это что такое? А, ты формацию сделал? Ага. Нифига себе, она быстрая, ёпты. А у нее колеса, слушай, какие-то еще даже средние. О, да-да-да-да. Такой странный звук, когда формация, как-то ветер. Да-да-да. О, бери тоже. Ой. О, прикольно. Взял? Поехали. Ты катался на таких? А, мы с тобой уже катались, да? Да. И не только мы с тобой, а еще была одна персона с нами. Мой брат. Ага, ага. О, у меня, слушай, у меня быстрее, походу. Это нет. Там твой. О, нахуй тормозить. Трамплин, трамплин. Ты сто пудов упал, да? Нет. Сейчас. Я эту. Че, еще раз вот попробую? Я построение уберу, потому что. Окей. Давай еще раз. Тормози. Я в этом, в Марокко еще тоже пытался. А. Так, давай отсюда наверх. Сейчас. Ага. Откуда звезда? Откуда? Что мы же украли. Что я сделал не так в этой жизни? Родился чёрный. Не, я не смог. Он типа перепрыгнул, он типа пишет, что не прыгает. Не выпрыгнул. А, нет. У меня зачиталось. Прикольно. Ладно, мотаем отсюда. Бэ, прикольная вещь. Это мы короткий путь выбрали, что ли, я не понял. Да. Ай, блин. Ой. Куча полиции, и мы на двух квадроциклах. Вообще, логика, блин. Как умер? Ой! Это было тактическое самоубийство. Окей. Окей, а где? Где? За тобой едут опять? Не-не, у меня мигает, я просто под мостом прячусь. Прям как жизнь. Здорово. Просто выпал. Пролетел, я тебя видел, как ты летел. Да-да. Садись. Я на свой сяду. Но оба. Это не твой чувак. Теперь мой. У тебя база здесь находится? Да. Окей. Мы там были, я не помню, были бы там или нет. А кого там продаем вообще? Кокейн! 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 Какао! 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 Давай, я жду с... А, кокаин, кокаину! Я жду снаружи. О, нифига, ты смотри, какими я тут чики, ёпта, голый мужик. Чика, ой, смотри, ты смотри, посмотри. В смысле, блин? Что они тут делают? А, работы нет. А, работы? Сейчас сделаем.
Смотри, сколько. Ёпта, а чё они все голые-то? В чём прикол? Надо прям. Дезинфекция, может, не знаю. Блин, ага, да, чтобы сверху чешуйки кожи падали в кокаин и типа вес добавляли, да? Я не понял вообще, что тут делать-то надо. Ладно, сейчас. Питерс есть. Так, я зашел войти, пополнить запасы, продать. У меня это запасы есть, купить сырье, украсть сырье. Запасов у тебя нет. У меня чуть-чуть запасы есть, но... Нет, запасов нет. Ну, пишет немножко... Это, это продукция у тебя здесь, это не запасы. Все, выходи. 3 километра, тут близко. О, это мой? Что мой мотоцикл здесь стоит? Ладно, поехали. Посмотрим сейчас. То есть у тебя 1/5 вроде бы заполнен склад на 1/5 и оценивалось 100 000. Если полный склад соберем, то будет, наверное, 500 000, надо будет потом. Вот если это за раз все продать, то и там еще бонусы будут. Офигеть, да, надо попробовать. Сегодня делаем большие деньги. Сегодня мы, короче, Breaking Bad будет у нас. Ты смотрел этот сериал, нет? Я... Первый сезон или 2 сезона стрел так. Ну, честно сказать, мне не понравилось. Я потому что не начинал еще, да. Я не знаю, смотреть, не смотреть. Я бы лучше еще раз пострелял Sons of Anarchy. Ну да, да. Надо будет и вот этого пробовать. Лучше всего сверхъестественное. Забыть и задумать. Да. Первый сезон и вообще огонь. Точнее, это не так надо назвать, не сверхъестественно, а супернатуралы. Уха. Ой-ой-ой-ой-ой, уничтожить ящики, окей. Там будет сейчас не будет сети. Чего я нихера тут не вижу, правда? А! Я грустил. А, да ладно. Да. А где еще? А еще заставь. А, все, да? Больше не надо. Не-не, 2 надо. Надо 2? Ну да. Я понял. Все, вопросов нет. Бля, три полиции. Окей. Ой. А, поможешь мне еще, да, найти? Или ты уже... Я уже уехал. Раз. Ладно. Поможешь мне, ёпта. Да, кого нашел здесь? Я и так на тебя раз здесь работаю. Меня стреляют, блин, пиздец. Я здоровье, блин, чувак. Я тоже. Блин, сколько тут ментов приехало. Ай, блин. Ай-я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 й. Еще яй-яй-яй. Меня убили. Давай... Это, забирай сырье. Я свое сырье найти не могу, тут столько коробок. Они, видимо, наверху, что ли, я не понимаю. А, вот. Сколько у тебя полиции едет, пипец. К нам кто-то приехал тут. У меня закусок. Чувак, тут к нам кто-то приехал. Да я вижу, убивай его и уезжай оттуда, блин. Хотя бы часть. Хотя бы часть. Во-во-во, он лазером стреляет по мне, прям. И не попадает. Фу, лох. Да. Лох, ты меня ждет, не бойся, а не тебя. Блин, а где? Ай!
Ча-ча. Ой, тут двое уже, блядь. Да. Один на опрессоре, да, вроде бы? Не знаю, но это херово. Сейчас я к тебе приеду. Я сдам и приеду. Держи позицию туда, лучше не бери пока. Я ничего не беру, я просто пытаюсь тут выжить. А, просто уехал, они просто улетели. Он убил его. А, окей. Да, отлично. А что тут за звуки? Хорошо, у меня полиции сейчас нету. Ох, тут это игроков посчитало. Ага, так, Kiddle Lies летает на этом. Если что, надо будет это уничтожить. Я груз брать не буду, надо уничтожить этого. Я нашел груз. Молодец. Ага, ты доставил? Почти, я уже возле склада. Давай, и надо будет, и ко мне иди. Да. Не бери пока груз. Да. Хули он мне пишет? Что такое грифт? Ну, типа, те, кто... Сейчас я напишу кое-что. Я беру пока груз. Все, я взял. Че ты напишешь? Ничего не пиши, блядь, я сейчас доставлять буду. Come on, get to try us. Ага, хрен тебе, блядь. Надо, конечно, бронированную тачку купить. О, чувак едет на этом, на вертолете, блядь. Да? Я еду к тебе. Так, блин, как самый быстрый путь к тебе? Окей. Ты едешь там? Я стреляю по нему. Ты не стреляйся, ты уезжай. У него, извините, ракеты, блядь, самонаводящиеся. И хорошо, что я не это. Где ты вообще? Я еду по пересеченной местности. Я пересекаю пересеченную местность с помощью пересечения и пересеченной местности. Блядь, ты умер. Я врезался. Ничего умного, а я тебя вижу. Сейчас тебе придется мне тебя подбирать. Не-не-не-не! Так. Да. За тобой едет кто-нибудь? Да. Нет. А, да. Все, отлично. Лети ко мне. Я его буду подзрывать. Да, блядь, он убил меня. Я не знаю, каким образом, блядь. Я сошел. Сука, убивай. Сейчас заберу. Я пока отвлекаю. Он улетает. Он ни хрена не летит, он возьмет еще этот груз. Как он возьмет? Ну, попытается его уничтожить, мне кажется. Его не уничтожишь, это груз неуничтожаемый. Ага, если бы, ага. Нифига. Верь мне. Поехали. Оу! Нифига себе, в меня врезался. Так, какой-то едет Раб. Раб Геймс. Окей, я буду это, на него я. Сейчас разменетесь, блядь. Не-а. Он развернулся. Ты меня убил. Я? Тебя? Он меня. Что, я просто тоже умер, поэтому.
Чувак, он ко мне едет. Да, уезжай, уезжай, уезжай. Я... Мне надо мотоцикл взять или машину. У меня тут ничего нет. А, вот слушай, это модер, блядь. Ну. Да? Да. Это модер. Не, ну это не нормально. Раб Кеймс, модер. Э? Че, он взорвал или че? Я не знаю, сейчас я. Да, он взорвал. Я тебе говорю. Что это такое за кидлейс? Какая ему разница? Раб, Раб Геймс. Ага. На кого охотимся? Клейм. Ну, попробуем еще раз. Хотя бы часть мы сделали, давай дальше пойдем. Попробуем. Окей. Okay. Поохотимся на него? Да, не, на удар. Че, блин? Стрелять об стену бессмысленно. Человек не умеет играть, включает. Режим, а, он вышел. Режим бога, блин, все, ага, короче. Сейчас еще раз ресуплай сделаем. Можем потом сессию поменять, потому что сессия большая опять стала. Что такое Kid Lace? No fun. Я не знаю, он тоже мне что-то писал, что типа я доставил, не доставил. Но он написал, типа, перестаньте гриппинг, ну это, тем, которые нас преследовали. Нет, это без проблем, пусть преследуют. Я говорю, ну сделай так, чтобы у тебя здоровье было, как у всех. Тогда все. Кто первый убил, того и тапки, да? Да-да. А не так, что, блин. Поставил мод и... Просто какую-то взял себе политическую неприкосновенность и пошел убивать. Так, войти. Нафига ты меня с собой берешь в клуб, блин? Ну, чтоб я на цикле сижу. Чтоб ты вот так сказал, типа, хули ты. Окей, осталось... Стоимость уже 108 тысяч, чувак. Давай продадим. Это и было только 108. О, да ладно, прикольно. Так, сейчас попробую еще ресуплай. Окей. Пополнить, купить. Я только одну не помню. Нафига мужики тут тоже работают? Не знаю, чувак. Знаешь, студенты. Вот работали. О, сбейте, сбейте балласт с мотоцикла. Выходи, где ты? Ну вот поэтому я говорю, не надо меня с собой брать, блин. А, у тебя медленно выходит, да? Да. Я быстро. Садись. Я могу мотоцикл. Садись, я на твой мотоцикл. Я нас. А, я думаю, где у вас цикл? Ногому. Так, построй маршрут, куда ехать, я не знаю. Налево? Налево, лево, лево, лево. Я прямо езжай, Михка. Там кто-то есть, там какой-то чувак. Ну да. Как зовут? Это сейчас твоя миссия или это. У нас все, она общая, здесь несколько штук. А, окей. Okay. Надо сбить. Он не едет туда. Езжай прямо. Окей. Okay. Тысяч налички, блин. А, я вижу, она там близко, да? Да. Езжай прямо вам на перекрестке. Это первый беру, а ты спрыгнуй, а ты дальше езжай, окей? Окей.
раз они рядом. Воу-воу-воу-воу! Бери. Бери. Езжай дальше, бери второй. А где груз? А вот. Резко ставим. О, 5 звездочек! У меня 3 звезды, у меня нормально все. А че у меня 5? Потому что ты как бы там, с грузом, наверное, потому что наркотический. Да ладно. Да. Воу! Воу! Ох ты, ёпалки. Я тебя вижу. Ёп ты, сколько тут народу. Ага. Они и засады еще строят, и стреляют. Ну 5 звезд, что ты хочешь? Жалко, танков нету, как GTA обычно было. Как в жизни. Как в жизни, танки, 5-звездочные. Ох, меня убили. Я вижу, 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 вижу. Сейчас, сейчас я бегу, я бегу. Я, блядь, не вижу, где тут. У тебя есть? Уезжай, да? Уезжай, уезжай, уезжай. У тебя нету этих, да? Езжай, сейчас. Нет, звездочек нет. Понятно, не убили. Доставляй, доставляй, у тебя товар, так что. Подожди, или у меня тоже товар? У меня тоже был товар. У тебя тоже товар. Так, что за звуки? Кто там стреляет? Так. Ох! Прилетел один. Бери груз и уезжаем. Еду. Ну, танка большая. Это луна? Да. Это не луна большая, это мы маленькие. Закон оптики. Изи-пизи. Ну все, видишь, пока когда никто не мешает и полиции нет, ну можем, можем, можем же. Да. Пару раз помрем, конечно, когда врежемся во что-нибудь. Просто если даже тогда не получалось бы. Так, окей. И что теперь? Так, когда это будет готово, сколько денег? О, начали работать. Стоимость 108. Окей. Еще доставим? Половина осталась. Пока. Еще есть. Давай. Видимо, когда полный будет, тогда уже нормально. Сюда. Here we go. Here we go. Один опрессор летит в нашу сторону. Ну ничего, если что, это все равно украсть, так что это не так страшно. Да. Сейчас я карту посмотрю, где это. Оу, они едут на эти. Надо взять самолет взять надо. Я обратно в том же. Я их просто встречу. Ну давай, а я на самолете тогда попытаюсь туда. Давай. Look at black and they'll go get it. Какой-то What's лут? This? Какой-то лут на full map and go. А что в этой игре лут есть вообще? Ну я не знаю, я тоже первый раз слышу. Может какая-то сейчас процесс какой-то там или... Мы не знаем. Но... Так, я сел в самолет, сейчас аккуратно подлетаю.
еще на перехват на этой херне, мне кажется, я быстрее бы на мотоцикле бы доехал быстрее. Он летит еле-еле. Мне кажется, ты уже даже быстрее до него едешь. Я поэтому и выехал на эти, на рейс. Ага. Ну, посмотрим сейчас. Если что, я там сяду и на самолете долечу тогда. Все. Да, давай так. Да, ты пока забирай груз. Нам там так два груза надо забрать. Да, 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 и сядешь ко мне так. Все, отлично. Я сейчас через гору. Это Чили у нас? Что это? Да, что? Я через гору лечу, поэтому немножечко время займет. Я напрямую. Окей. Я в городе. Ты почти доехал, да, уже? Да. Я буду за них. А, убивает, да. А я сейчас буду стреляться. Дуэлянт хрена, блядь. Я буду стреляться. Один есть. Ага. А я сейчас долечу уже скоро. Нет, на мотоцикл надо, то есть тут не... А, блин. Ладно, окей. Я-то долечу к тебе, я лечу. Ты меня видишь? Да. А, подожди, мотоцикл едет куда-то? Этот едет, чувак? Какого хрена ты его... Второго тебе надо убить. Так убей его. Ну, потому что я... Я думал, он к тебе подле... Тебе мотоцикл надо взять. Все. Я на него прям упал. Ух, какие они медленные. Ой. Еще хуже то, что я тут. Я медленнее тоже. Блин. Что он там делает, этот Clucking Bell? Я через гору поеду, пох. Че, блин, тут это вообще очутился, блин, на пляже. А как ты знаешь, с пляжа вверх подниматься, это просто... Это нечто. О, с первого лица. О, еще и ехать в хайон. О, эти мотоциклы, это да. Это будет медленно. Ну ничего, деньги делаются, знаешь. Контора работает. О! Это что такое? Что там? У меня... А? Врезался в меня, и я свалился. Блин. Вот они стреляют, ёлки-палки, а? А кто там стреляет? Менты! А? Нет ментов. Кто? Что происходит? Я твой груз сорвал. Серьезно? Да. Спасибо, братан, от души, просто от души. Как ты это умудрился сделать? В воду упал. Доставлю. Ко мне подъедешь? Да. Никого нету тут рядом со мной, да? Пока. Не. Тоже ехал, что ли, через реку? Ну, примерно так. Я через гору. Ну-ну-ну.
Повыше туда. Ты налево поедешь сейчас? Направо? Ну, направо, да. Да, да. Что там? Не, я ничего. Так, я тут. Ладно, сейчас еще раз это сделаем. Садись ко мне, да. Езжай. Че, езжай, блядь. Я тоже хотел прочитать, но подумал, это будет слишком некрасиво. Но ты плевать, плевать хотел, мне кажется. Предреди по. Ты говоришь Франция? Yeah, just writing. Ты говоришь Франция? У и тва. А ты что написал по-французски? Это английский, ёпта. Нет, подожди, дай посмотри. Что-то писал, нет? Ты пропал? Нет, у меня запасы сырья, я смотрю. Чувак, ты не в моей сессии? А, нет, в моей. I hate this game, so uninstall it. Диалоги просто становятся все лучше и лучше. Я пока просто пишу. Давай, выходи. Я не могу, у меня пока пишет просто за... Запас сырья пополнен. И стоит на этом. Сейчас я паузу тоже нажму. Так. Все. Все хорошо. Я проверю, сколько еще осталось. Чуть-чуть буквально остался. Буквально маленький кусочек остался. Пополнен. Давай, уходи. Я украду. Так, давай еще раз. На 15 тысяч буквально. Но мне даже 15 тысяч не нашел заплатить. Что ты делаешь? Выходит он. Ну? Ну, пока выходит. А, я поехал забирать туз. Давай. Если у тебя уже есть, то вперед. Я вышел только. Бонсуа. Салют. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I can do that. А, бог, я поеду через скоро. У меня 4 километра, у тебя где? Сколько? 3-5. Это далеко уже. Мне кажется, мы в разных местах. Да? Да. А у меня написано, заберитесь за территорию рядом с полицейским участком. Опами. Да. За тобой едет кто-то, за тобой едет. Прям за мной? Да, прям за тобой. Попробуй. А, нет, уехал в другую сторону.
Реально за мной ехал, вот дурак. Еще едет за тобой, продолжает или что? Не, но он не по дороге поехал. Помню, дурак. Так. Когда на карту смотрим, сейчас тяжело. Ага. Так, у меня территория... Я уже подъехал почти. Я почти что. Все-таки по дороге быстрее, поэтому пытаешься когда скосить через... Так, получите уровень роза, сохранить, пока не прибудет полицейский сырьё. Ну, спасибо. Воу! Ах, блин, тут этот... Модер за мной. Да ну на! Крестос. Да, он так... Уезжай. Да не могу я уехать, он за мной приклеился, он спаунится прям каждую секунду за мной. Да, ты уезжай от моей территории, уведи его от меня. А, окей. Чувак. Он открылся. Так, провод. Сейчас я в него постреляю. Ай, блин. Ох, я умер. Да ладно. У тебя есть? Он не убивается. Да ладно. Короче, походу меняем сессию, наверное. Меняем сессию, да? Не-не-не, давай, попробуем. Но Rust no fun, чувак. Че по хуй мы сдаемся? Ну, короче, у тебя вариант сражаться с богом, либо найти другое место. Либо сдаваться. Да, да, не сдаваться, в другом месте просто. Ты взял груз? У меня пока нет еще, я сохраняю уровень розыска. Смотри, что он со мной делает. Че он именно ко мне прицепился? Ну, потому что напиши, что он пидорас. А, сорян, я тебя убил. Я думал, это он. Ага. Бля. О, термин. Блять, как мне вернуть розыск? Когда сырье прибудет? Не знаю. Задолбали. Мой. Ё-моё, сколько тут народу. А? Вон груз. У меня пока нет груза. А, вижу груз, вижу. Давай, бери его. Это я беру. Ах, меня убили. Давай, я восстановил. Его тоже убил. Вот, блин. Мне кажется, мы не тут нереально столько народу. Так, я еду 4 километра, да. Надеюсь, что у нас не будут, они пока там общаются, пока они друг друга нашли, общаются, да? Надо быстро по-тихому это все доставить. А, по-тихому? Ну, ты с ними общаешься? Я думал, нет. По-громкому, блин. Да, я потом напишу, что. Не, ничего не пишу. Гидеонс. Мод называется Гидеонс. Очень полезная информация. Ну, кому перевод нужен, обращайтесь. Один километр у меня 1.9, 1.8. You are part of Francisco Cup, a la Cup.
Yeah, that's, yeah. Окей, окей, они сейчас будут это, другие вещи делать, давай. Отлично. Я уже почти подъехал. 900 метров. Да. 500 метров. Сейчас я подойду. 3 секунды. 3 метра. 2 метра. Все, отлично. Вставлено. Ага. Так, продолжаем. Садись, 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 садись. Поставь маршрут. Куда? Видишь зеленая метка на карте? Прицел. Ну? Давай на него едем. Так, давай гейскую музыку выключим. Что это за какой у него уровень? Не знаю. Сейчас мой. Давай. Готовь оружие. Он вертолет? Нет. А? А? Ракета, ракета. Изи. Это защищает надо цели. Цели защищает. А-а-а. Давай еще раз, вот он стоит. Убил. Так. Сейчас он здесь будет появляться, будем его копать. Так, вот он. Ох. У него про немного. Да. О, у меня повышен уровень. Где он там? Бегает, бегает. Убил. Молодец. Я себе подорвал, что мне копы не забрали мой мотоцикл. Убил бы? Да. Красава. Осталось 8 минут, как раз сейчас будем его это. Блин, он ушел туда на дорогу. На дороге он? Я не вижу его. Не-не, к нам бежит. Дурак, ему надо уезжать наоборот. Тебя убил? Блин. Да, с одной. В смысле я... Все, убил. У него здоровье такое. Да, я что-то прямо... Это... Офигел прям. Я бью в голову, у него это... Ага. Так, тебя я вижу, где он? А, убил, да? Ага. Сава? Вон он, на улице, надо. Ты кокнул его, да? Прям в бошку. Красава, я просто, я тоже да, вижу, да. И смотрю, упал. Неудачной позиции я его.
Кактусами, ёпта. А. Он убил тебя? Да. Убил. Я 8. Слушай, он добраться? Да ладно, убил? Красава. Он рядом был прям, я смотрю. Да нет, нет. Снайперка, башка. Снайперка, башка. Поцелуй. Так, я тебя вижу. А, ты его убил, блин. Я там три пули вместо молоко просто выпустил. Так, я его не вижу. Ты его видишь? Угу. Mm-hmm. Ну что, он у меня за холмом, я не могу до него попасть. Погода. Убил, красава. Ага. Так, вон он там где-то. Угу. Он за холмом. Эй, блин. Если он сейчас на дорогу уйдет, пипец. Ничего, поедем за ним. Ага, убегает. Мотоцикл берем. Подъезжай ко мне, бери, я пока за ним. Да не, вроде на месте, да? Ага. А? О, молодец. О, да ладно. Хорошо. Давай, поедем к нему. Садись, 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 садись. Попробуй его отрезать от дороги. Сейчас. Подъезжай к нему. Да ладно. Молодец. О, он меня убил. Блин, я даже не успел выйти из кустов. Убей, 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 убей. А, нет. Че, у него пушка лучше или че? Идем. А, вышел, вышел из сессии, все. Ой, нормально. Я думаю, на этом надо заканчивать сессию. На позитивной ноте. Да. Ну все, ребят, всем пока, всем удачи, увидимся в следующей серии. До свидания. Адьос. До свидания.